На войне можно выжить, войну можно пережить, но вернуться с нее окончательно, наверное, не удавалось никому. Мертвым и живым, гвардейцам Кундузского 2-го мотострелкового батальона 4-й роты посвящается. В горах афганских, в отрогах Нуристана, в ущелье в районе кишлака коньяк. Был страшный бой, где русские ребята познали подлость и как хитер был враг. Разведдозор успел ребят предупредить, что духи нашу роту уже в засаде ждали. Один из первых пал, сержант, ему бы жить. Зарвал себя с врагом, вот так герои умирали. Там в первые часы не видно было солнца, как будто ад прорвался из земли. Был плотный шквал из пуль, осколков и огня. Кричали духи в рупор: «Сдавайся, шурави!» Противник был серьезный, душою не кривя. Там черных хаистов большая часть была. Их Пакистан готовил по системе США. Арабские наемники ни флага, ни царя, как медики военные в бою там отличились. Вытаскивали раненых, стреляли по врагу. Уколы, перевязки, но жить не все останутся. Пред вами каждый выживший теперь навек в долгу. Серьезно ранен ротный, а два его сержанта пытались защитить и вытащить к своим. Но пуля снайпера их жизни оборвала, как будто кто-то дал команду им замри. Комроты понимал, что дни его закончены, кричал, чтоб отходили и раненых спасли. Им руки развязать решил ценою жизни. Раздался глухой выстрел: «Прощайте, мужики!» Вот наконец стемнело, и было в том спасение. У большинства осталось патронов с магазин. Душманы вдруг отстали, да будет им возмездие. И все, собравшись вместе, двинулись к своим. Тот батальон закон негласный соблюдал. Сколько ушло людей, чтоб столько же вернулись. И раненых вывели их сразу в госпиталь. А те, кто остался цел, за мертвыми отправились. Всех павших в бою товарищи вынесли на себе. Кровь мертвых смешалась
кровавым потом живых. Мы верим, Господь вас принял с подсчетом на небе. Спите спокойно, герои, а мы будем жить за двоих. Мы верим, Господь вас принял с подсчетом на небе. Спите спокойно, герои, а мы будем жить за двоих. Двадцать два человека погибло, более 20 ранено. Солдат, сержантов, офицеров батальона. Будем достойны памяти павших в далекой стране, на странной войне.